Есть борьба, есть борьба с коррупционерами, а есть борьба с коррупцией. Правильно, понимаете, в чем дело? И проблема не в том, чтобы кого-то посадить. А знаете, где коррупция? А в том, что коалиция есть, а в то же время ее нет. И для того, чтобы были голоса для бюджета, приходится торговаться с другими фракциями, для того, чтобы там, туда были какие-то интересы заложены. Вот где коррупция уже. В самой конструкции политической. Люди виноваты. Но люди иногда действуют так, как позволяют им действовать институты. Вот институты такие, правила такие, что они коррупционогенные, как говорят в самопомощи. Там любят, говорят, такие слова, коррупционогенные. Так вот, коррупционогенна сама коалиция.